Вбрасывание в зоне соперника. Нефтехимик выигрывает. Времени еще достаточно. Минута целая. Неразменная. Гол! 1-1. Это Павел Порядин. Ну что, дал интервью, забил. Ну все правильно. Все работает. Да, бросил, и как удачно получилось, такой резкий, хлесткий бросок, и шайба в верхний угол ворот влетела, там Белялов, я не знаю, не успел переместиться, возможно, не ожидал, что Порядин будет вот так сразу после вбрасывания бросать. Еще раз смотрим. Нижнекамск, это для тебя, ну и Зеленограду привет. Вот что сейчас транслирует и телеграфирует Павел Порядин. Великолепный, мощнейший бросок. Не накрыл его Воинов. Но и Белялов не переместился в ближний угол. Вот не шайба, пуля влетает от Порядина.